Видно, что птички очень хотят с нами общаться. Они просто рвутся к нам своей душой. Когда вот сели, ему надо послать мир, добро, любовь. И тогда они, каждый верующий, каждый листочек, каждая травинка будет посылать нам тоже любовь. Эти лучики со всех сторон будут на нас. Кажется, что они такие маленькие, тонкие. Но на самом деле они такие проникновенные до самого сердца. И сегодня хороший день.